Привет, ребята, вы на канале Домашние питомцы, с вами я, Света, и наконец-то я решила познакомить своих улиточек. Пора вот этого монстра, вот этого гиганта по имени Кая познакомить с этим маленьким улитёночком, которого день рождения было 1 ноября. Я его сейчас очень аккуратненько возьму, и пора бы Давайте все-таки познакомим их. Я думаю, пора. Пора этой парочке наконец-таки встретиться и узнать друг другу получше. Я решила их все-таки селить. Ребят, честно говоря, я немножко боюсь, потому что селять, получается, я буду, и он же совсем маленький, но я все-таки надеюсь, что Кая его не раздавит, потому что Кая в два раза больше него. Но давайте посмотрим на их знакомство, как они вообще друг с другом поладят. Нет, ребята, Кая ни разу, то есть она всю свою жизнь жила одна. И поэтому я даже не знаю, как Кая сейчас отреагирует на Лаки. Я правда, я без понятия, потому что Кая всю жизнь жила одна, поэтому он такой вымахала здоровый. Ребята, смотрите, они знакомятся друг с другом. Вот это да, смотрите, классно. Ребята, это очень круто. Улитки и охотина общаются при помощи прикосновений. И вот они сейчас общаются. Знаете, что меня удивило? То, что Кая его не испугалась. Она совершенно его не испугалась. Это просто, ребята, это шикарно. Это очень классно. Блин, вот это да, они общаются. Здорово, я очень рада, что Кая его не испугалась. Кая, ты не будешь его есть? Кая, ты его не будешь есть? Ой, не видно. Нет, ребят, она его вроде не кусает. Я сейчас вот посмотрела, она вроде просто его исследует. Нет, она вроде не кусает его. Ребята, они пообщались, смотрите. Кая, ты его будешь кусать? Нет, если ты будешь его кусать, то я не буду вас селять. Да нет. Вроде бы не кусает. Так, ну зашибись. Смотрите, что у Каи у нас тут происходит. Походу, у них начинаются любовные игры. Кая, вот это да, не успела я к тебе заселить новую улитку, а у тебя уже все, ты уже на все готовая. Кая, Кая, смотрите, все. У нас Кая решила, что пора. Вот это да. А Лаки такой типа: а чё, где я пополз отсюда? Лаки уползает. Не, ну смотрите, вот по размерам Кая, конечно, очень большая. По размеру больше намного, чем Лаки. Я думаю, что если они друг с другом будут, то в роли самки у нас по-любому выступит Кая. Потому что, как правило, более крупные улитки выступают в роли самки, которые потом откладывают яйца. Так как Кая крупнее Лаки в два раза, собственно, вы это видите, то, скорее всего, она у нас будет как девочка. Давайте, наверное, я их сейчас измерю. Мне очень интересно, кто сколько у нас по сантиметрам. Так, ребят, все, давайте измерим. Вначале, наверное, измерим нашу здоровую Каю. Ребят, по ракушке Кая 15 сантиметров. Да, 15 сантиметров она. То есть она прям реально большая. 15 сантиметров. Даже больше чуть-чуть, даже чуть больше 15 сантиметров. Так, Кая у нас реально гигант, она просто монстр. Давайте посмотрим, сколько же у нас Лаки. Ой, Лаки вообще малютка, ему 1 ноября только исполнился. Сколько-то там ему... Кстати, Лаки подрос у нас. Лаки у нас 9 с небольшим, 9 с половиной сантиметров. То есть 15 и 9 с половиной.
Ну да, Кая, ну, практически в два раза больше. Я очень удивлена, ребят, тому, что Кая, как они у меня стояли-то, вот так, что ли, вот так они у меня, вот так вот, что Кая не испугалась его, ведь она улитку видит первый раз в жизни, а она, наоборот, сразу захотела плодиться. Очень интересно. Так, ну все, у нас Кая вроде успокоилась, Лаки ей отказал, потому что она вот захотела с ним пообщаться поближе, а Лаки куда-то начал уползать от нее, он на нее такой посмотрел, типа, да ну тебя, ты такая большая, я пополз отсюда. Лаки, Лаки, но он еще маленький просто, он только недавно стал половозрелым, и вот, походу, что-то ему... Блин, ребят, смотрите, какая ракушка классная. У него такая ракушка красивая на камеру. Такой он светленький. Очень нравятся мне радашки прикольные. Ну, в общем, все, Лаки куда-то пополз. А Кая такая, типа, ну ладно, отказали, отказали. Что ж поделать? Грустно, что отказали. Да, Кая, я так хотела и готовилась к этому целый год. Целый год не видела улиток, а тут улитка, она на радостях, а Лаки от нее уползает. Вот как-то вот так вот у нас получается. Не, ну Кая, конечно, гигант вообще по сравнению с Лаки. Но я надеюсь, что она его не задавит, не раздавит, не будет его кусать. Вот, потому что я переживаю, что именно Кая может его обижать, потому что Кая все-таки, ну, в два раза больше. Ну, будем надеяться, что у нас все обойдется. Ребята, пишите в комментариях, все ли обойдется. Я надеюсь, что да. Ну, вот Кая прям явно проявляет интерес к нему, смотрите. Она явно к нему проявляет интерес. Я им дафнию положу, чтобы они побольше белка поели и не трогали друг друга. Да? Кая. Ну, в общем, вот так вот прошло у нас знакомство улиток. Мне кажется, что улиточки друг другу понравились. Особенно Кае видно, что очень понравился Лаки. Вот. Кая, видимо, прям в восторге от Лаки. Ну, а Лаки еще пока не понял, но я думаю, он тоже ее полюбит. Будем на это надеяться. Ну, все, смотрите, Лаки отказал Кае, и Кая начинает терять к нему интерес. Типа, ну ладно, ну все, тогда я пошла куда-то дальше, поползу в другую сторону. Или она будет за ним ползти. Или она теперь за Лаки будет бегать. Кая, ты теперь за Лаки будешь бегать, да? Мои же вы улиточки большие, гигантские. Кая такая красивая. О, невероятно красивая улитка, на самом деле. Очень она мне нравится, очень красивая ракушка у нее. Хорошая улиточка. И Лаки тоже прям вообще красавчик. У него вот здесь вот очень сильно побелела ракушка. Вот, потому что радашка. Здесь он типа такой желтенький, а вот здесь он как типа такой белый будет. Прикольно. Так. Ну все, ребята, сейчас я буду их селять. Я решила их селить на кокосовом субстрате и мхе. Вот здесь у меня кокосовый субстрат, большой слой, здесь мох. И еще, конечно же, я сейчас добавлю мха. Вот у меня отмачивается, уже как раз можно его добавлять. Сейчас буду еще его добавлять. Но это уже в следующем видео, поэтому через одно. Видео выйдет через одно. И так что скоро вы увидите переселение улиточек. Так, смотрите, правда, Кая теперь бегает за Лаки. Кая теперь будет за ним ползти. Но Лаки маленький, поэтому мне кажется, что он быстрее, чем Кая. Вот. Будут они теперь в догонялочки играть. Милота, зато есть чем заняться. Нет, ну вы смотрите, что происходит. Кая прям заползает на Лаки. Смотрите. Лаки от нее, а Кая прям по нему ползет, прям заползает на него. Кая, Кая, как тебе не стыдно? Смотрите, она ползет прям по нему. Ты его не кусаешь, ты не будешь обижать его. Нет, у Каи видно, что настрой другой. Она не хочет его обидеть. Вот. А то, что она хочет, не хочет Лаки. Он от нее вон дёр дает. Вот это да! Вот это, Кая, ты любвеобильная.
Не думала, что ты такая любвеобильная у нас. Да нет, она вроде не кусает его, она просто его исследует. Да, по-моему, она просто его исследует. Видимо. Не ожидала я такой реакции от улитки, которая никогда не видела улиток. Ну, она видела когда-то там в далеком детстве, а так-то она, ну, год, даже больше года жила одна, Кая. А тут она увидела улитку, сразу, смотрите, как обрадовалась. Прям заползает на него, все, поползла. Ты мне не раздави его, он маленький. Он маленький улитенок, не раздави его. Вот сейчас они встретятся, смотрите. Сейчас они встретятся. Мои красавцы. Но я думаю, что даже если у них что-то и будет, все-таки нестись должна Кая, потому что, ну, как правило, у улиток так принято, что именно несется особь, которая больше. Вот, поэтому я думаю, что Лаки нестись не должен. Поползла на ракушку, она же его сейчас раздавит. С явным намерением каким-то. Лаки, не раздави мне. О, господи, Кая, не раздави мне Лаки. Так, давай-ка я тебя немножко это... Остужу твой пыл. Ты меня кусать не будешь? Нет, не кусает, она просто ползает. Так, я не Лаки, давай-ка я тебя... Отлепись от Лаки. Давай, какая. Отлепись! Господи, здоровая улитище, я еле подняла. Так, не раздави мне Лаки. Не раздави мне Лаки, иначе рассажу вас. Все, давай, я немножко остудила Каю. Пришлось ее немножко остудить. Лаки, все хорошо у тебя. Все хорошо, Лаки дёру от нее дает. Так, ну ладно, я буду надеяться, что все-таки у нас все пройдет хорошо. И Лаки, господи, Кая его не задавит. Вот так, если издалека посмотреть, Кая такая здоровая по сравнению с Лаки. Но мне так неудобно содержать два контейнера. Ну, в общем, ладно, будем надеяться, что все будет хорошо у нас. Ну все, ладно, любите животных, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И всем пока, до новых видео.